В Москве зарегистрирована новая финансово-промышленная группа «Консорциум «Русский текстиль». Она создана на базе предприятий текстильной промышленности, находящихся в управлении компанией «Роспром» группы «Минотек». Проект «Русский текстиль» объединяет в единую технологическую цепочку весь цикл создания одежды, от разработки и производства сырья для тканей до реализации готовых изделий, что значительно упрощает и удешевляет этот процесс. Проект «Русский текстиль» – это часть программы возрождения легкой промышленности. Помочь оздоровлению ситуации в текстильной отрасли России позволит также принятие Госдумой нового закона, согласно которому предприятия легкой текстильной промышленности, когда они произведут продукцию, продадут ее покупателю, то налог на добавленную стоимость в размере 20% от стоимости продукции, которую положено заплатить в федеральный бюджет, ну, из них 15% федеральный бюджет, а 5% местный бюджет. Вот эти как раз 15% правительство, Дума разрешила им направить на пополнение собственных оборотных средств.